Пусть идет, как идет. Какой идиот сломал лестницу? Ну хоть признался. А потом куда? Вот, видишь, там должно быть 4 мостика, но теперь их всего один. А вот эту... Так, когда мы спрыгнем вниз, погоди. Погоди, иначе он не выберется! Такие глаза у него еще испуганные. Да ё-моё! Он все выбрался, чё ты плачешь-то? Короче, на него сейчас будет много чего бежать. И лететь, и прыгать. Ой-ой. Оставьте патроны, сволочи. Нам надо... Ну них, блин. Нам надо вперед пробегать. Оставь хотя бы сверху патроны. Зачем вам вперед пробегать? У вас там все нормально. Как-то сюда запрыгнуть-то. Ну зашибись, теперь у меня нет автомата. Ой, да не плачь, у тебя автомат есть, у тебя патронов в нем нету. У меня патроны к нему есть. А, все, отлично. Ты че, ладно, вы там... Меня разрезали на колбасу. Меня тоже. Ты сможешь взять свои патроны. Я сзади. Я не такой, как вы. Ой, да ладно. Я обойдусь своими патронами. Давай. Своей аптечкой. Можете забирать свои патроны. Вот там бочка. Да, в морду. Джангл, хватит уже вредничать. Да блин, запрыгивай. А куда идти-то? Ну, я лично наверх, а вы не знаю. Блин, как же у меня фризит. Просто жесть. Кто бы знал. Я знаю. Ой, ты бы мог бы навредить нам, мосты сломать бы. Ну я и не такой, как ты, Элкин. Здесь аптечка. Блин. Заметь, я тебе даже сказал, что там аптечка. На, иди сюда, иди сюда, иди подлечу. Подлечу, иди. О, тут где? Стой, стой, у меня много хп. А где Ник? Вон, я сзади бежит. Там аптечка, кстати, наверху была. Я взял ее. Элкин знал об этом. А, по кислоте-то не хотите. Я в луже искупался. Я в луже искупался. Он вот прибор что-то зашкаливает. Егеры. Зетчик. Ладно, наконец-то патроны. И полно патрон. Ты Фриман, верно? Нет, я. Он ко мне обращается. Выбирайся. Патрончики. А чё он патроны на автомат не дает? Так, доски только не разбивайте, а то мы не пройдем, блин. Что ты врешь? Ну ты хочешь, извини меня, в кислоте окупаться? Ой, а где ты оказался? А где я? В текстурах. И тут же хэдкраб в морду прилетел. Я реально в текстурах оказался, я не... Я не знаю, как выбраться отсюда. Присядь! Я присесть не могу. Вечно ты в какую-нибудь жопу попадаешь. Блин, а как нельзя помочь? Убейте меня! Стой, не двигайся! А ё-мо. Не, убить не могу. Видишь, мы тебя не можем убить. Надо пойти дальше, Дэс. Нет! А гранату кто-нибудь может в меня кинуть? Тебе это не поможет. Ну вот, хиткрабов на него отлетит. Хиткрабы, ты сюда, сюда. Ну... Хиткрабы. Все, залезай внутрь, залезай. Пусть они его убивают. Да не тебя, а его! Подвисит. Все. Блин, они просто забили так на Элку вообще. Ладно, пойдем дальше, тебя просто телепортнет. Садик открыл. Конец. Ну так убей.
Эл? Ну чё, меня убить не можете, что ли? Можешь мне реконнект сделать? Нет! Чтоб мы отвалились, да я говорю, сейчас тебя телепортнет. Ну давай, бегите тогда. У меня патронов уже пистолет нет. Даже нет такого... А, 5 аптечек тебе не надо? У тебя есть аптечки, да? Да, у меня есть 20. Мне 20. А у меня 5. Здравствуйте, док. Абдиджик. Блин, что-то в комнате жарковато становится. Возьми аптечку. Жалко, лечит медленно. Ну все. Так, ладно, дальше надо поаккуратнее. Ну чё, вы там дошли? Когда меня телепортанет? А то я в кислоте уже. Устал. Блин, я и забыл, что он бочками сейчас швыряется, сволочь. Ну я весь фан пропускаю. Знаешь, я бы на твоем месте радовался. Да чё тут радоваться, текстурки показывать, пока вы там будете проходить. Так, тут надо аккуратно пробежать. Я сказал аккуратно! Ой. Давайте я реконнект сделаю. Не-не-не-не-не. Так. Может, как-то можно переродиться. Ник, ты где? Тут. Сзади. Где сзади? Я умер. Ник убит. Ага. Жду чё. Ну, так неинтересно. Так вообще неинтересно. Главное, я слышу, как будто вы рядом со мной стреляете. Да простите. Да, ё-моё! О, я вижу, как он лагает. Нет, не вижу. Чего? Жми Ctrl, жми Ctrl. Не получается. Вдруг мы появимся сидя. Ну ко мне зомби что ли отправьте? Сейчас вы, если родитесь рядом со мной, вы застрянете, так же как и я, будет очень интересно. Ну тогда просто запустишь D1 канал в 0.5. Может давно так пора было сделать? Не, ну сейчас мы появимся, наверное. Наверное. Ладно, перезапускай D1 канала 0.5 тогда. Не, я сейчас ради интереса подожду, пока вы появитесь. Я-то да. Можешь уже видеть, как я подключаюсь. Да, игрок Ди подключается. Блин, а чё мне это? Игрок Ди. Блин, отсюда? Ну. Ну ладно. Вот, видишь, как должно было быть? И чё? Лесенка, видишь, где? Ну, в смысле, эти. Не лесенка, как она называется. Деревяшки. Но Ник сломал их. И чё ты? А я где посередине стою? Видишь, эти цирк дусалей. Посоли. Ну чё? Чё там? Заходи давай. Всё, мы пересоздали. Там можно даже просто... Этот же, да? Угу. Да, стрелочку вверх и Enter. Так, я пойду зачищу снизу.
Взорви там все внизу, чтобы никто в тех турках не застрял. Там с другой стороны. Там уже кто-то летит. Откуда по нам стреляют? Там чувак стоит. Да их там даже два. Ой, я сверху. Так. Все, это вам оставляю. Кто меня вылечить хочет? Ну, у меня есть, могу вылечить. Что? Но не сильно много. Лечи. У меня есть немножко. Возьми аптечку. Давай, я точно. Давай ты вперед пойдешь. Давай я, у меня. Ой, мне голову отрезали. Во-во-во-во-во. Так, я даже твои патроны не подобрал. Вроде бы. Да я подниму аптечку, а то у меня хп 0. Патроны. Кто соберет? Окей. Здесь не было аптечки. Ты собрал там патроны или это? А, давай я тебе дам аптечку. А тут есть чуть дальше же аптечка. Окей. А, да. И главное добежать до нее. А куда идти? Э! Фига ли, слышишь, какой лысый собрал аптечку? Элка, зараза! Чё, я вас здесь жду, вы не знаете, что там делаете. Не знаю, что там делаете. Умный, да? Я, главное, бедный, надеюсь, стою там на аптечку, думаю, сейчас возьму. А я тебе дам. Да я взял уже все. Надеюсь, это... Как взял, так и потерял. Выбирайся. Тут аптечка еще есть. Так. Кого подлечить на десятку? Меня можно. Сейчас мы тебя подхилим на двадцатку. Как ты его по попе бьешь, а? А ты что, лучше, что ли? Все, погнали. Кто застрянет? Как все боятся туда заходить. Я, короче, смотри, вот так сделаю, смотри. Все не застряли. А вы там разбираетесь. Получился ланч. Все нормально, да? Прости, бедняга. Давай, Элка. Ты этого экшена не видел, ты им и занимайся. Так, Ник, ну ты помнишь, да? Mm-hmm. Пусть он идет вперед. Пусть там проверяется. Не-не-не-не-не-не-не. Не говори. Нужно зарядить. Беги, Элкин, беги. Да беги, не стой. Наконец. Ну, куда дальше-то? Ау! Сюда, вперед. Сзади, Эл, сзади. Эл. Так дайте я птичку возьму, ребят. Как тут хрень открыть? Дайте, я так понимаю, ящик облизывать нельзя? Давайте птички там без. Да тут есть аптечки. Все, я взял. Я тоже. А где мои патроны? Я их не брал. Это получилось случайно. Ха-х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 а-
Ой, мы на вездеходе поедем сейчас. Ой, да. Эл, стой, не убегай. Ой, далеко. Привет. Я еще вернуться буду должен. Нам. Не убегай далеко, серьезно, вернись назад. Потом посмотришь на видео. Стой ты, блин! Я наоборот назад отбежал. Я за патронами должен буду вернуться сейчас. Ну, спасибо, меня столкнули. И я застрял. Не, все нормально. Бестактный негр, блин. Ты чё искупался? Куда? Все, там у каждого своя будет. Да. Только нику не досталось, да? Блин, какой же у нее занос жесткий. А куда нам ехать-то? Просто прямо? Пацаны, а что тут? Что это за занос? Ладно, кто последний приезжает, тот и двери открывает, давайте. Ну чё, мы с тобой уже тут. Хэдкраб сзади, хэдкраб! У меня задача поважнее. Чё, открыл? А что-то только один скутер остался. О, я патрончик. Эй, Дэл, ты здесь еще? Вы что делаете? Ну на, вот тебе. Все, ты сел? Нормальный FG. Все две туда поехали. Нормально, я в жиже остался стоять голеньким. Ой, а где это? Мотоцикл-то мой. А вот и я про то. Все, все, надо отъехать чуть-чуть. А то мы без мотоциклов останемся или в тебе застрянем. Да хорош меня бодать. А главное, мотоциклы без людей ездят. Не, почему? У меня с людьми. Кшу отсюда. Ну, хорош мне. На, проедь. Не, у меня без людей иногда ездят они. Ну, кстати... А никто что-то не пошел в то здание, там вроде какие-то... Ну да, там были, но мы забили на это. Хорош! Это намного лучше Крю твоего. Не, Крю веселей. Вот ты косой, а. Не, а цель-то достигнута, я перепрыгнул, чё? Всё. Ну хорош меня переворачивать. Да её заносит просто же... А, да, я вспомнил тут момент. Да, да, сейчас она будет опять. На опять весовой категории надо будет. Да. И чё, мы в бассейн все? Чё, я не в бассейн, это вы в бассейн. Короче, кто последний приехал, тот и давайте. В прошлый раз я это правило изобрел, но наоборот все было. Давай, кто первый приехал, пусть тот идет все перекладывает. Да, ё-моё, толстая дырка. Я пока тут ерундой позанимаюсь. Эй, Ник! Энергия закончилась, это нечестно. Так, ну чё, поехали закидывать? Так, тут ещё внизу. Ну, надеюсь, ты не забыл, что надо делать? Эл! А, ну ладно. Вот, а! Не, ты куда? Ты куда? Вон, вниз. А. Ой-ой. На ещё.
Джеронимо! Собака, я не перепрыгнул. Я сейчас буду это снимать. Как вы будете прыгать? Давай такую, такую, да давай! Да не вовремя разворачиваться дальше. Красавчики! Элка вытащил. Ник, я тебя подтолкну. Вот говорят же, не делай добро людям. Я в этих застрял. В заборе. Не делай добро людям, они тебя бобрами обзовут. Ай! Я тут переворачиваюсь только так. А как он цели выбирает? Ой, там у кого-то телевизор не выключен. На пятом этаже. Кто-то. Я застрял чуть-чуть. Ой. Блин, как же у меня с этим пингом жестко лагает. Да-да, я все почищу. Не, дружи. Подлакивай. А, у меня все ништяк идет. Да, пять FPS, лол. Ну вот, например, транспортное средство у меня реагирует с задержкой. То есть я вроде повернул. Вейтинг Тиму. Вейтинг Тимура? Тимура. Да. Подожди, Тимура. Ждем Тимура и его команду. А кто там? Тимур едет, патроны собирает. Я даже перезарядиться не могу во время ожидания Тимура. А зачем тебе перезаряжаться, когда ты ждешь Тимура? Это же Тимур. Смотри. Блин, в Half-Life вода реалистичнее, чем в этом в Far Cry. В четвертом. Серьезно говорю, она как-то чувак, лучше смотрит. Чувак, ну это же Source.